Заказал кроссовки ребенку фирмы Бона. Сегодня получил посылку, сейчас посмотрим, в каком состоянии она пришла. Прошлая посылка была повреждена. Ну и, соответственно, кто-то товар повредил. Подошва, кроссовка была срезана. Сейчас этот распакуем, посмотрим. Ну вот это более-менее упаковано. О, тут какой-то подарочек еще. Это хорошо. Сейчас посмотрим. Ну вот кроссовки фирма Бона, вот с таким логотипом на подошве. Ну, так хорошо, качественно сделано на первый взгляд. Тут какая-то железяка, что ли, или что это? Понятно. Кроссовки летние, 37 размер. Ну, брал на вырост, не знаю. Если большие еще, пускай потом постоят лучше, чем взять маленькие. Нога все равно растет, так что взяли вот такие. Так, тут у нас что? Здесь все нормально. Ничего не повреждено. Бонна коллекшн. Ну, по отзывам, как говорят, одни пишут, что кроссовки хорошие, долго носятся, вторые пишут, что они махом быстро разваливаются. Не знаю, надо поносить, посмотреть. Здесь как-то липучка пришита не по-человечьи. Ну, это, ну, качество такое, видимо. Ну, не знаю, может, мне так повезло. Так, дальше что тут, тоже нитки торчат. Здесь какая-то это. Так, размер у моего ребенка, нога 22 сантиметра, но взял с набегом. 22 это, по-моему, 5,5, а это 6. Европейский 37. Так, что-то какие-то бумага какая-то понапихана, жеваная. Что это такое? Так, ну тут шнурки. Как тут шнура? А, они никак не шнуруются. Типа как есть, так и есть. Только если натягивать их и подшивать. В общем, основная функция, чтобы они на ноге удерживались, это вот эта липучка. Так, смотрим второй. Но здесь более-менее пришито, симпатично. Так. Бумажка. Еще бумажка.
Ну, размер на обоих указан правильно. Должен быть одинаковый. Бона. Так. Ну, так, конечно, на вид достаточно качественно сшито. Ну, нога растет. Если сезон отходит, ну, как бы не жалко и выкинуть будет. Поэтому я считаю, что в принципе нормально. Цена у этих кроссовок 800 рублей. Ну, нормально. Ну, тут, конечно, клей видно. А это что за железяка? Или это нитка такая, или что? Ну, ладно, пускай будет. Ну, какого-то запаха такого. Что-то практически вообще нету запаха. Ну, нормально, я доволен. Хорошо, что в целости и сохранности дошли. Ну, такие даже легенькие. Я бы не сказал, что они какие-то там это пока гнутся. Ну, так жестковато, я бы сказал. Можно даже в футбол ими играть. Так, тут какой-то подарочек. Сейчас посмотрим. Ну, постельки. Дополнительный подарок. Бона коллекшн. Интернет-магазин. А, ну вот такие стельки. Вот такие стелечки прошаренные. Инди-боберные. Так, ну тут вот так вот прошито. Тоже с логотипом. Ну, нормально. Спорт 37 размер. Ну, в общем, с поддержкой. Плоскостопие. Так, а какие стельки внутри, сейчас глянем. Такие же или... О, здесь какие-то такие резиновые. Ну, такие мягенькие. Ну, как по размеру с этим. Угу. Одинаково. Так, а что тут внутри-то под подошвы? Ничего особенного. Ну, что сказать, я доволен, с учетом того, что хотелось бы хотя бы, чтобы их на сезон хватило, мне вполне этого будет достаточно.
как некоторые пишут, что кроссовки данной фирмы некоторые несколько сезонов носят, что они якобы неубиваемые. Но что-то я, судя по другим отзывам, не уверен. Короче, видимо, кто как носит, кто как ногу ставит, кто как бережет их и ухаживает, от того они так и ходить будут. Так, а это что, нет, нормально. Вот такой протектор. Ну, думаю, об асфальт они быстро уханькаются. В принципе, нормально. Вот такие кроссовки для ребенка. Зимой в спортзал, ну а летом будет донашивать его. Подарочек вот такие вот. Стельки. Небольшая цена, я думаю, что у нас в России такого качества за такие деньги вряд ли купишь. Так что, кому интересно, приобретайте.